Я очень благодарна Биллу Гейтсу за его чудесный интернет. И решила его поблагодарить. Пошла в храм заказать службу за его здравие. А у меня спрашивают, как его зовут? Я говорю, Билл Гейтс. Нет таких христианских имен? Нет. Идите в католический храм. Я говорю, есть, есть, чудесный человек. Пожалуйста, за здоровье. Нет. Я очень огорчилась. Пришла домой. И теперь я хочу сказать огромное спасибо тебе, дорогой Билл Гейтс. Мне 80 лет, весь мир открылся мне. Спасибо тебе, дорогой Билл Гейтс. Живи долго-долго и очень счастливо, на радость всем людям. Спасибо Богом.